Данные по санитарно-эпидемиологической ситуации в Узбекистане на сегодняшний день обобщила Сабина Мусаева. Статистика данных Министерства здравоохранения за сегодняшний день такова. Зараженных коронавирусной инфекцией 1939 человек, выздоровевших 992, 8 летальных исходов. Согласно информации руководства научно-исследовательского института вирусологии, из 86 пациентов, находящихся в клинике данного института, у 18 пациентов наблюдается клиника пневмонии. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, состояние одного из них как крайне тяжелое. Согласно информации руководства научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний, из 71 пациента, находящегося в клинике данного института, состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. Согласно информации, полученной от многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии, из 130 пациентов, находящихся в данной клинике, у 26 пациентов наблюдается клиника пневмонии. Состояние 5 пациентов оценивается как тяжелое, состояние одного из них как крайне тяжелое. У нас в республике карантинные мероприятия продолжаются. Более 85 тысяч наших соотечественников находятся на карантине. За всеми ними ведутся медицинские наблюдения. Проводятся лабораторные исследования для выявления коронавирусной инфекции среди лиц группы риска. Уважаемые соотечественники, мы должны оставаться дома. Обязательно должны прислушиваться мнениям медицинских работников. Будучи дома, мы охраняем себя и своих близких. От наших поступков зависит дальнейшая эпидемическая ситуация в целом в республике.